Если в этот день вы сидите, скучая или не скучая, женой тет-а-тет, мы скорее в сказку вас всех приглашаем, там, где с хрустальной туфелькой сюжет. Здесь возможно все, о чем в жизни мечтаешь. Палочка волшебная снимет вам стресс. Здесь встречаешь чаще звезд аркадакских, здесь и служанок делают принцесс. Встретишь короля и волшебную фею, мачеху, отца и придворных не счесть, голос золотой и придворную фрею. Здесь даже церемонимейстер есть.
какой обучен ты манерам и наукам ты знаток, то всегда найдешь ты деву, если сам ты газирок. Сказал, наш обрывок сделан на улицу, бать, бать. Нет, нет, нет,
концерт, я так и не поняла. И поэтому нам нужно шить такие наряды, чтобы могли соответствовать этим обоим случаям. Ты поняла? Да. А нас, это вас, сестер, меня и Миша? Нет. А, это вас, сестер и меня. Простите, вышли. В этот раз без вас. Нас, это меня и моих дочерей. Но если ты сошьешь нам такие наряды, чтобы могли закрыть всех красавиц на балу, я, пожалуй, тебе разрешу поехать с нами. Ты поняла? Да. Ребята, я сделала все, что могла. Безусловно, ну какие купидоны? Мы же современное королевство, мы должны пахнуть.
подарить какой-то праздник, она вот все понатыкает своей. Это пап, свечками. Ну тут надо пошутить про женщин. Ну да, это я сказала. Ну я же разучила просто после церемонии полезть стирать. А знаете что? Thank you.
За отчетный период Золушка выпускала на бой птичек из фотоаппаратов, забирала Wi-Fi у богатых и раздавала его бедным. Тут даже бабушек всего бессильно.
А тебе все дальше мозги! Я сейчас босиком пойду на бал! А что происходит?
опять. Здесь все знакомые лица, я каждый день во дворце вижу. Ну и незнакомку, ты тоже свою во дворце видал? Во сне. Ну спал бы ты во дворце. Очень смешно. А никого другого не было? Были. Были эти модельеры, которые пошли эти трупы. Танец для вот, танец. Молодцы. Иди посмотри, может, на 15 терялась на столбе. Как зовут тебя, прекрасная спасительница?